посмотри на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю. Планеты, поздравляю вас с Днем Победы всех, всем желаю добра, здоровья, мирного неба над головой. И сегодняшний концерт мы посвящаем вам, дорогие ветераны. А инициатором этого концерта являются у нас два наших любимых депутата: Нефедев Владимир Александрович и Осадчук Михаил Андрей Михайлович. Я, простите, я забываю, кого там зовут, давно не была. Я вас сюда приглашаю, подойдите. У нас юбилейный год немножко получился скомканным. Но мы сейчас выкарабкиваемся из пандемии, нам разрешение, какие-то послабления дают, и мы потихонечку начинаем проводить наши концерты. Добрый день. Вот. Они у нас неразлучные просто, правда? Замечательные люди. Очень хочется их поблагодарить за то, что они так всегда активно нам помогают и всегда держат свои обещания. Вот захотели провести для ветеранов концерт – проводим. Захотели проводить новый абонементный сезон – думаю, что тоже проведем. Очень на это надеюсь. Потому что вы все, кто привык у нас ходить по абонементам, уже заждались. И я думаю, что с нашей помощью и с помощью наших депутатов мы проведем хорошие выборы, и нас будут поддерживать те, кто нам всегда помогал. Правильно я говорю? Наталья Александровна всегда права, но это она молодец, а не мы. Потому что если бы не она, филармонических сезонов у нас бы, наверное, не было. А это в рамках проведения филармонических сезонов, вот сегодня Наталья Александровна инициировала, а мы помогли ей, чтобы концерт состоялся. Наталья Александровна, вам огромное спасибо от всех присутствующих в зале, от всех горожан, кого вы радуете своими творческими днями и вечерами. И дай Бог вам крепкого здоровья и продолжения этого проекта на многие-многие годы. Всех с праздником! Добрый день, уважаемые друзья! Конечно, такие концерты и то, что делает Наталья Александровна, это очень важно. Она обогащает нас всех. И то, что культура в Нягане развивается, это благодаря в том числе таким концертам,
который проходит под эгидой Натальи Александровны. Она большая молодец. Спасибо, у меня так много помощников. У тебя сейчас вот новая помощница есть, Юрочка. Тут пока я болела, на нее тут столько навалилось, но она молодец, она справилась. Вот она идет. Юрочка, иди сюда. Тут все знали, что есть еще одна такая же ненормальная Наталья Александровна, которая музыку любит больше жизни. Значит, что? Сейчас вы, спасибо вам огромное, мы вас ждем на открытие сезона 29-го и на закрытие сезона 23-го мая. У нас тут получается очень насыщенный май. Помнят все тяжелые годы войны и то, что после них было. Сегодняшний концерт посвящен песням Великой Отечественной войны. И исполнители у нас всем вам знакомые. Это Анна Шульгина и Михаил Гаврилов. Встречаем. Добрый день всем. Я хотел сказать здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Мы сюда ездим уже 7 лет, поэтому я считаю, что... И Анечка считает, что Нягань — это, в общем-то, наш дом второй. И мы ни разу не были здесь с песнями военных лет. И решили при поддержке Владимира Александровича привести такую программу большую песен, песен, которые были написаны и в годы Великой Отечественной войны. И одна из таких песен прозвучит прямо сейчас. Называется она «Огонек». Oh.
Поздравляем юность бессмертного полка Михаил Гаврилов. Поет Анна Шульгина. Во время войны артисты тоже не оставались в стороне, и были созданы фронтовые отряды, которые переезжали из отряда в отряд, где давали концерты. Что-то похожее сейчас мы попытались воспроизвести. Безусловно, там не было рояля, не было пианино, но были другие инструменты, которые можно было легко с собой перевозить. И одна из таких артисток была Клавдия Шульженко. И я уверена, что одна из песен, которую она исполняла на войне, это был «Синий платочек». Только все, пожалуйста, запомни, товарищ Павел,
скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Во время войны, безусловно, не только солдаты, которые были на фронте, играли большую роль, но и те, кто были в тылу, работали в тылу и ждали, писали письма, когда вернутся к ним их близкие. А есть известная песня «Жди меня» Симонова, но также есть песня «Жди меня» из оперы «А зори здесь тихие» Кирилла Молчанова. Все мы знаем этот пронзительный фильм. «Жди меня». Очень жди.
его солдаты. С кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых Санечкой знаем историю, знаем, что Нягань в 1941 году всего 100 жителей было в Нягани, и 12 человек ушли добровольцами на фронт, 9 из которых погибли. В память о них, конечно, мы сегодня эту программу сделали. Анна Шульгина. Следующую песню мы исполняем всегда, когда выступаем за рубежом. И в Греции ее пели, и в Италии, и в Сербии не так давно. Песня из репертуара Ольги Воронец «Гляжу в озера синие». Oh,
Где мы с тобой танцуем вальс, в миноре
хотел представить. Следующая песня композитора Владимира Мигули. Вы, наверное, все знаете прекрасную песню «Поговори со мной, мама», которую исполняла Валентина Толкунова. И вот Владимир Мигули писал еще очень много песен разных. И вот одна из таких монументальных композиций о Великой Отечественной войне – это песня о солдате, которую я сейчас для вас исполню.
Я хотела сказать, что на фронте наравне с мужчинами также воевали и женщины, причем не только выполняя какую-то легкую работу, но они также сидели за штурвалами самолетов. И одна из песен, которую написал Евгений Крылатов, который написал также «Прекрасное далеко», «Три белых коня», называется «Баллада о военных летчицах». Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет, погибшие за родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет.
Думаю, что следующую песню вы тоже будете петь вместе с нами. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Он цветущий, поющий, яркий май.
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Анна Шульгина. Солист ансамбля Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов. Давайте еще что-нибудь споем. Сегодня не спели много любимых и известных песен, но невозможно всех их вместить в небольшой концерт.
Мы еще раз с большой благодарностью говорим Владимиру Александровичу и Андрею Михайловичу за то, что они помогли нам приехать к вам, поделиться с вами нашей любовью, нашей памятью, нашим уважением к Великой Победе. И к героям. И к героям, да. День Победы! Поем все вместе! Мы, мама, возвратились мы не все.